президента США. Его задержали в Вашингтоне. Арестованным оказался 49-летний Скотт Стокерт. Мужчина утверждает, что является сыном президента Джона Кеннеди. Подводники по 2-3 года на атомных подводных лодках. ЛЦСКА в первом периоде, но во втором и третьем сделал результат в свою пользу и таким образом 4-2 победил. Далеко от хоккея уходить не будем, скажем, и то, что сегодняшний ночью невероятный Владимир Тарасенко подрался, Ёб твою мать, ты дурак, что ли? Блядь! Господи, какой ужас. What are you doing? I guess so. You don't sign up to be a spy. Day one, you sit down in spy class. The professor says, look to your left, look to your right. One of these people is going to set you on fire someday. That's what spies do. Final journey is just begun.
超过10米汉之内都不得50。 Объект пройден. Молодец, блядь.